В администрации состоялось еженедельное оперативное совещание. На онлайн-встрече руководители структурных подразделений и ведомств отчитались о проделанной работе главе округа и доложили о подготовке к предстоящим праздникам. За последние 7 дней люберчане обращались в полицию 1700 раз. Стражи правопорядка возбудили 23 уголовных дела, 18 из которых раскрыли по горячим следам. Подготовка к Новому году в люберецкой полиции идет полным ходом. С 23 по 30 число нужно провести, наверное, комплекс совместных мероприятий, предупредительных профилактических мероприятий, направленных на недопущение террористических актов, чтобы у нас была усиленная охрана наших школьных, дошкольных учебных заведений, в больницах, в других тех организациях, где массовое скопление людей. Предстоящие новогодние праздники – ответственная пора как для правоохранительных органов, так и для работников администрации округа, блока ЖКХ и специалистов дорожных служб. Поэтому эта работа сейчас должна носить профилактический характер, чтобы мы не оказались в каких-то ситуациях, как бы мы их не предвидели. Мы все должны предвидеть, предугадать и максимально удержать вопросы безопасности и правопорядка на территории. В Люберцах продолжается праздничное оформление территории с использованием фирменного стиля «Зима в Подмосковье». В округе всю неделю проводились и плановые работы по благоустройству. Сотрудники подрядных организаций вывезли более 600 кубометров снега, произвели санитарную опиловку 19 деревьев. Александр Колганов, Денис Заугольников и Петр Пономаренко. Телеканал ЛРТ.